Красивый велосипед на базе отличной алюминиевой рамы и вес небольшой 14 кг. Оборудование, установленное на этот навигатор начального класса с 21 скоростью, неплохо переключает, но скоростного диапазона не хватает. Хотелось бы иметь больше, тем более, что модель сама по себе имеет весьма хорошие перспективы для прокачки и широкого применения, например, для велопоходов выходного дня. Возможно, небольшой скоростной диапазон сделан в угоду вилке более высокого уровня с сохранением стоимости велосипеда. Здесь установлен Santur XCM, у него есть блокировка, что очень радует, особенно на шоссе. Блокируем вилку, педалируем стоя, при этом сохраняется скорость, не гасится раскачкой. На грунтовку вилку можно разблокировать, чтобы она работала на кочках и неровностях. Тормозная система дисковая, механическая. Единственный минус – это тормозной ротор. Придется подбирать специальный багажник. Начальный уровень тормозов обусловлен доступной ценой. Возможно, что еще более именитые бренды не смогут похвастаться такой навеской в данной ценовой категории. А все благодаря раме Stealth, которая является по сути народной маркой. Велосипед понравится тем, кто искал надежную универсальную модель по доступной цене с широким спектром применения.